Салам алейкум, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, это реакция на ГГ-шоу, третий лишний, переустановка Windows. Давайте заценим, посмотрим, что тут интересного нам показали. 10 минут, вау. Ростислав Ященко, Четонова Айперы. Почему я с акцента прочитал? Нурсултан Кусанали Углу. В фильме. Алло, да? Алло, Оскар, а ты можешь ко мне приехать? Мне просто нужно комп починить. Пришло время отблагодарить себя. Да, я уже выезжаю, да. Так, ну комната обычного задрота. О, Оскар, привет, ты так быстро? Да, это потому что ты позвонила. А если что-нибудь другое, то я бы, наверное, долго ехал. Оскар, ты знаешь, у меня там такая проблемка. Комп что-то сломался, там, кажется, нужно что-то переустановить. Есть же в компах вот эта штучка, как она такая? Windows! Вот, да, он. Ты мне тогда его переустановишь, а потом на кухню подходи, можем чай попить. Малыш, а ты думал, только чай будем с тобой пить? Как раз мой парень должен был приехать. Парень? Ну, ты не говорила, что... Ты, кстати, какой чай любишь? Зеленый, черный? Где черный? Ну все, классно, тогда я буду на кухне, потом подходи, хорошо? Ага. Эх, чувак, чувак. Блин, не могла она про парня пораньше сказать, а? Чё? Сам иди в жопу, понял? Подарки? Да верну я тебе твои подарки и засунь их себе куда-нибудь подальше. Короче, все, мы расстаемся. Оскар, что там переустановилось? А, да, тут немного осталось, надо только звуковые драйверы установить. А, ну классно, ну тогда как закончишь, можем чай попить. Ну тогда жду тебя на кухне, хорошо? Ага, сейчас закончу и подойду. Привет, красотка. Опа-ля, это тебе. Ты прости меня, пожалуйста, я что-то психанул. Извини, ладно? Ладно. Ты проходи, я как раз чай поставила. Руки помоги. Хочешь лист помоешь сразу? Да не надо, только руки помой. Окей. 6 секунд. Сауля, я, видимо, вам помешал, я диски все там оставил. Ты, пожалуйста, сама все установи, там ничего сложного нет, окей? Почистилки. Это кто нахрен такой? А, бах, это Оскар мой одногруппник, он мне просто помогает. Чего он тебе помогает? До оргазма тебя довести? Трубы прочистить или что? Пиздохин швайник делаете, а? Ты чего? Он мне просто помогает Windows переустановить. Да я сам тебе этот Windows переустановлю, вот так, понятно? Сама на меня наезжаешь, да, а здесь вот с этим ботаном трахаешься, да, шаболдом? Она не шаболда. Ты что, рот закройся? Изверг, он же просто мой друг! Чего? Забирайся, ты проваливай, понял? Я стараюсь, да, для тебя? Бабушки на могилке взяла, ты... Вали, я тебе сказала! С этим трахаешься, да? Больше никогда не появляйся, понял? Оскар, а? Оскар, все нормально? А? Тебе не больно? Нахер вообще вылез? Нет, не впервой. Прости, пожалуйста, ладно? Слушай, вот эти вот драйверы, наверное, ты сама не сможешь установить. Я тебе помогу. Спасибо. Ты чё? Баха, ты чё? Ты же можешь упасть! Это тебе, Рома. Давай, заходи! Это тоже тебе. Чё сидишь? Давай, помоги. Давай руку. Детка, прости меня, пожалуйста. Я тебя очень люблю и никогда больше не обижу.
Ну, я тогда поехал. Слушай, братух, ты прости, пожалуйста, да, что я тебя... Просто тоже пойми, я вышел, я думал, вы с ней, да? Извини. Да, не нормально. Подожди, а это чей парфюм? Твой парфюм. Нет, подожди, это не мой парфюм. Это парфюм какой-то шлюхи. А ну рассказывай, с кем ты был. Слушай, ну ты меня выгнала, нахер послала. Я тоже перенервничал. Позвонил бывшей, встретить. Да ничего не было. Просто 2 минуты помацфанили, я уехал. А значит, бывший позвонил? Вот проваливай к своей бывшей. Уходи, я тебе сказал. Уходи, понял? Больше никогда не возвращайся. Ах так? Трахались мы с ней жестко, поняла? Вот так вот жестко трахались. И секс с ней лучше, чем с тобой, понятно? Ах так? Тогда я назло тебе тоже с кем-нибудь пересплю, понял? Ой, да спи с кем хочешь, кому ты нахрен нужна? Давай вали уже, понял? Соси жопу. Оскар? А? Ты уже все? Вот сейчас драйверы до конца загрузятся и все. А может быть, пока они загружаются, ты присядешь? Рядом с тобой? Да. Да, сейчас. Оскар, ты прости меня, пожалуйста. Что? Все это при тебе устроили, ты не должен был этого видеть. Да нормально, что бывает же. И спасибо тебе за то, что ты всегда был рядом. Пожалуйста. Оле, не выключай телевизор, пожалуйста, я тебя очень прошу, не выключай. Да, я веду себя неадекватно. Порой очень эмоционально, но... Как он подключился? По-настоящему тебя люблю. Мы 3 года встречаемся, и я не хочу, чтобы это вот так все закончилось. Одна просьба к тебе. Пожалуйста, ты можешь выглянуть в окно? Прямо сейчас, пожалуйста, выгляни в окно. Сауле! Выходи за меня! Соглашайся! Тихо, тихо, тихо! Я согласна! Поднимайся! Ну, поздравляю вас. Спасибо большое, спасибо. Ты обязательно должен прийти на нашу свадьбу. Какую свадьбу? Ты чего, не прогоняй? В смысле, на нашу? Это так чисто для понда было, чтобы ты потекла, и все, какая свадьба? Ты что, хотела жениться без свадьбы? А что, по-твоему, какая-то лохушка, что ли? Ты что, голос на меня повышаешь? Ты что, попутала, что ли? Я тебе что, пацан какой-то с района? Кто в доме хозяин, не забывай, мужик в доме хозяин. Поэтому ты просто рот закрыла и делай, что тебе сказали. Вообще-то это мой дом! И это теперь мой, твой, теперь все общее. А значит, мое, понятно? Да как тебе? Вы заебали уже оба, блядь, а? Вы, блядь, определитесь вдвоем, вы вместе или нет, нахуй, а? Я, блядь, везде здесь как ебан хожу, а вы 2 долбоеба не можете определиться, сука. И ты, Сауле, заебала, блядь. Ты конкретнее будешь? Да-да, нет-нет, нахуй, блядь. А ты баха, блядь, долбоеб ебаный. Иди нахуй, понял, что, сука? Чё, сука, отъеб, скорее, блядь. Слушай, ну, бедолага. Ты что там, закончил? Да. Звуковой драйвер осталось установить и все. Давай быстрее, понял? Хорошо. Я же тебе говорил, я тебе сам этот Windows переустановлю. Слушай, ну ты, конечно, да. Я вообще в восторге. Блин, ну у меня, говорит, да не смотри ты на него, нормально все с ним будет, ты че? Я вот, у меня было, конечно, да, до тебя, ну так, чтобы, ну это вообще. Слушай, давай 40 детей сделаем. Вот так, как прям по папу. Я не плачь, надоел. Ты видишь, у нас здесь серьезные отношения. Давай устанавливай там быстрее, чеши отсюда.
Жанна, я тебе обманывать не буду, я просто скажу, как есть. Блин, печальная все-таки концовка. Думал, у него все наладится, что-то как-то прикольно будет. А в итоге вообще прям грустно-грустно. Вообще, серия прям топовая. Мне кажется, это лучшая вообще серия второго сезона. Было очень приятно смотреть. Очень такая приятная, добрая, милая серия. Очень крутой, как всегда, Ростислав. И этот жаргон его, сленг, всякие словечки. Пиздохеншвайнинг делаете, а? Пиздохеншвайнинг. Я первый раз вообще это слышу. Короче, очень забавно. Все здесь, все молодцы вообще. Я и Пери, и Ростислав. И Нурсултан, да, по-моему, его зовут. Короче, да. Классная серия. Мне все понравилось абсолютно. Поэтому мне кажется, то, что это лучшая серия вообще во втором сезоне. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.